И в Киеве презентовали чемпионский кубок Украины по хоккею. Таким образом, украинская хоккейная лига пытается привлечь как можно больше внимания к матчам плей-офф. Главный хоккейный приз сезона представили экс-игроки НХЛ. Украинские звезды НХЛ Сергей Варламов и Антон Бабчук отвечают на многочисленные вопросы хоккейных болельщиков, фотографируются и раздают автографы. Их цель – заинтересовать своим видом спорта как можно больше людей. Елене Павловне. Да. Начало сезона плей-офф, потому что сейчас мы прошли финальную стадию, когда игры на вылет идут. Более интересные, может быть, болельщики, кто посмотрит после этого, понравится, будут продолжать смотреть хоккей. Среди тех, кто с удовольствием сражается в настольную версию игры настоящих мужчин, начинающие киевские хоккеисты. Антон занимается любимым видом спорта 7 лет и мечтает стать знаменитым вратарем. Я выбрал этот вид спорта, потому что он экстремальный, веселый, командный. И когда не знаю, что произойдет, вот прям чувствуется ритм, хочет взять и порвать соперников, чтобы не было равных, побеждать, победы. Все это для меня. Обладатель чемпионского кубка определится через несколько недель. Сейчас в плей-офф украинской хоккейной лиги сражаются 6 команд. Первая и вторая команда по итогам регулярного чемпионата «Донбасс» и «Белый Барс» из Белой Церкви начнут с полуфиналов. В 1/4 Кременчук встретится с «Волками» из Броваров, а «Харьковская Динамо» с «Галицкими Львами». Елена Дедух, Евгений Савицкий, UATV.